Ну что, друзья, Андрей Малахов сегодня рано утром в телеграм-канале сообщил страшную новость. Сегодня ночью в своей квартире в центре Москвы ушел из жизни советский российский артист, которого знала вся страна. Имя этого артиста — Евгений Ясин. В конце августа 23 года Ясина госпитализировали с отеком мозга и проблемами с сердцем. Он родился в 1934 году в Одессе и в 1957 году окончил Одесский гидротехнический институт. С 1964 по 1973 год работал в одном из известных театров. На данный момент, друзья, больше пока ничего не известно. Мы следим за ходом событий и будем надеяться, что в следующем выпуске наши источники смогут вам рассказать более подробней о том, что же произошло на самом деле. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, друзья, мы благодарны вам за все, что вы для нас делаете. До скорых встреч на нашем YouTube-канале.